при болезни печени и почек необходимо смешать одну часть крапивы и по две части корней пырия и плодов шиповника. Одна столовая ложка этого сбора заливается стаканом кипятка. Настаивать необходимо один час, после процедить. Принимать настой необходимо по одной столовой ложке перед едой два-три раза в день. С вас подписка на канал и, конечно, лайк. Мне будет приятно.